Так. Нашли интересное здание. По легенде, которую я слышал лет, наверное, 10 назад. Это был какой-то молочный комбинат. Он, походу, горел. Вот. Ничего себе. Смотри, подвальчик, короче, он весь затоплен. Я прям отсюда вижу. Я тоже вижу отражение. Вот. А сверху горел. И якобы здесь производили масло, творог и еще что-то. Нормально так обвалилось здание, да? Да. Рухнуло неплохо. Здесь просто входа нету, поэтому я так со стороны. Ну, вон видно, что это всякие трубки торчат, какие-то приборы здесь стояли, станки, еще что-то. Заходим. Чем-то хозяин напоминает, но заколочено. Заколочено. Там просто закрыто. Да. Чтобы так прохода, что ли, не было. Как же сейчас мы добро, что берем кувалду. Слушай, здесь я... полно перьев каких-то. Здесь было бы похоже, да, когда сидел. Так, поднялись, не испугайся, на второй этаж. Вот так вот чердачок выглядит. Ну, соответственно, на него можно встать, но я на самом деле просто не хочу рисковать ничем. Второй этаж. Вот так вот по-убогому выглядит. Вот помещенница какое-то, еще одно помещенница. Пока ничего не напоминает про то, что здесь что-то производили. Здесь тоже половина разрушена. Что-то упало тут конкретно. В принципе, смотреть тут на самом деле не на что. Из окна вот видно, что еще какие-то постройки были. Вот. Колодец. Колодец? Да, или что есть? Ну, даже не знаю, не могу сказать. Так, ладно, поднимемся выше, посмотрим. Где эта комната? А? Ну, куда жгли что-то? Да не, видно, что жгли. Ну да, здесь пожар бидон такой был серьезный. Бидон. Ну вот из-за того, что не умеют обращаться ни с чем. Вот. И потом гоняют везде отовсюду, что пройти невозможно никуда. Так. Еще. Вот. Еще одна помещенница. Кстати, надо будет красивую фотку сделать. Мы уже прям на самом верху находимся. Такое помещение, слушай, улетное было. Прям даже похоже больше на чью-то дачу. Вот. Конечно, еще сильнее, чем осы. Вон оно, смотри, уже гнездо. Че, тебя боишь, да? По одному они жарить не будут.
Я светил внизу, потом такой приподнимаю голову, ох, нифига себе. Да нет, это гнездо птичье, наверное. Ну, а они его заняли, да? Ладно. Ты там уже мету там. Не трать, короче, это, как его, фонарик. Если светло, вот видишь, еще одно птичье гнездо. Ну, скорее всего, здесь просто живут птички. Слушай, нет, там яиц нет. Хорошо, смотри, просто. Смотрел? Да. Вот. Здесь она, вот, смотри, падает, вся крыша. Так вон тоже не знал. Наверное. Ну, смотри, здесь тут тоже не система была. Похоже. Ну, что у тебя, где фоткать-то? Пойдем. Только у меня телефон, он не с собой. А я тебя могу на этот нафоткать. Вот, типа ты с улицы, а я вот тут сяду. Я с улицы? Да. С улицы тебя фоткаю. А, ну, я понял. Только, блядь, держись, я тебе, если ты упадешь, я тебя убью нахрен. Я уже убью. Я аккуратно что-то не сцепил. Ты, Игорь, 500 раз предохранись сначала. А ты слышишь, здесь ишаки ползают. Ой, не ишаки, а ослы, зайцы здесь бегают. Какие? Вон в какашке. Ну, смотри, вон они, там у тебя лежат маленькие черные. Ну, вот из того бы окна было бы покруче. Если, короче, темно будет, тогда включишь свет. Так, это уже работает, верно? Все уже снимает. Так, ну что, ребят, вот пролезли вот сюда вот. Что у нас тут есть? Монах. Так. У нас тут маленькое разрушенное здание. Потом здесь опять же все рушится. Что-то горело. Что-то здесь. Стены. Собака подвал завалила. Походу был подвал. И вот туда он уходил. Но все равно затоплен, ладно. Так. Вот это уже похоже на кухню. То есть здесь, видите, станочек такой здесь какой-то, походу, был. Тут любитель спички жить. Труба, кстати. Ну, шланг. Вот. Здесь, походу, вот вода поступала. Плитка, видите, да, плитка. Либо тут в кухне 100% есть плитка. Так. Здесь что у нас? Здесь, походу, была печь. Лампа. Вот там, походу, вытяжка была. Да пройти не можем, там все завалено. Ну что, ребят, ради вас полезу. Кто там?
Есть кто? Твою мать. Да, слушай, все-таки похоже, что-то было. Тоже что-то было. О, интересненько. Так, пустая комната, но да, просто пустая, просто пустая. Кто-то отрыл, я испугался жирного. Здесь все обвалено. Также здесь у нас. Не, слушайте, чем-то это похоже на какую-то кухню, на которой что-то готовили. Вот, вот то же самое, да, вот на что здесь могло быть. В принципе, что-то здесь могло держаться, еще что-то. Подвал. Хер знает, видно вам или нет, но весь затоплен. Мне, слушайте, без батя очково ходить по заброшке. Опять же, мы вышли сюда. Опа. Ну вот тут. Так. Здесь могли все подавать. То есть там приехал кто-то, загрузился. Ох. Нормальный ход. Без башки. Может, кому пригодится. Повесим ее. Ё-моё. Что-то у неё. Бать, слушай. Там на помещение с плиткой. Помещение с плиткой? Да, на чем-то на кухню похоже. Или на столовую, ну, в школе. Говорю, что-то с маслом было связано.